Доброе утро, братья. Я сегодня молился, размышлял над тем, что сказать. Что-нибудь хотелось умное сказать, такое важное. Но Бог сказал мне, что слово должно быть в простоте, чтобы мы общались в простоте. И я хотел бы сказать такое вот слово, что... Что для нас вот важно, для наших, для процветания наших репцентров? Это как вот, когда Иисус, Он кормил 5000, Он взял хлеб, вас благодарил и отдал ученикам. Так же и мы возьмем хлеб, возьмем Слово Божье, напитаемся сами, возьмем себе откровение, помолимся, возблагодарим Бога и отдадим тем, которые живут с нами, тем, которые идут с нами через в этих репцентрах. И еще научим их идти и раздавать этот хлеб. И это, я думаю, это самое главное, самое важное, то, что мы возьмем действительно, как Иисус Христос, возьмем хлеб, возблагодарим, раздадим ученикам. И они пойдут и раздадут его народу. И тогда наши репцентра, они действительно не будут в процветании. И у нас всегда будут люди. И я не верю, что пришло то время, когда репцентра, они угасают, они потеряли актуальность. Если есть... бомжи, бичи, которые живут в подвалах, в подворотнях, в канаве, значит, должны быть репцентра, где они могли бы прийти и получить приют, где они могли бы получить молитву за себя, и где они могли бы получить какой-то уход и просто крышу над головой и тарелку супа. Будьте благословенны сегодня. Вот к таким размышлениям я сегодня пришел и поделился с вами. Аминь.